В Австралии задержан владелец супермаркета, по вине которого едва не погибли 10 человек. Полицейские выяснили, что взрыв, который прогремел в магазине ранним утром, устроил именно бизнесмен. Это запись камеры видеонаблюдения, установленной на соседнем здании. Мужчина, оглядываясь по сторонам, подошел к витрине и бросил зажженные спички. За несколько минут до этого злоумышленник облил магазин бензином. Посетителя известно, что большинство из них полицейские, получили ожоги и были госпитализированы. Люди, оказавшиеся в ловушке, кричали: «Вытащите нас!» Это было шокирующе. Ты поворачиваешься, а там взрыв. Бизнесмена сейчас допрашивают, пока неизвестно, что толкнуло его на такой поступок.